И действительно, отлично провести выходные и даже целый отпуск можно и на Гомельщине. Как говорится, сама природа лечит. А если все же долгожданные каникулы еще не скоро, приблизиться к природе можно и в Гомеле. В картинной галерее Гаврила Ващенко открылась выставка «Парк пушистых». На ней представлено более 30 видов кроликов, от карликовых до гигантских. Об этом и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. Коричневый французский баран, пятнистая бабочка, голландский вислоухий, серый великан и бельгийский фландер – все это породы кроликов, которых сегодня можно увидеть в выставочном зале галереи Ващенко по проспекту Ленина в Гомеле. Кроме того, здесь можно встретить шиншилл разного окраса, забавных морских свинок и хищных сурикатов. Дополняют пушистую компанию животных любопытный енот и кое-кто еще. Это самая маленькая обезьянка на планете – белоухая игрунка. Обычно она обитает в субтропических лесах Бразилии. Длина ее тела составляет около 20 сантиметров, а вес не превышает 250 грамм. Игрунки очень игривые, и свои эмоции они передают с помощью трели, либо свистят. Всех питомцев можно покормить, так что стоит прихватить с собой яблоки, морковку или капусту. Игрунки, как и положено обезьянкам, обожают бананы. Самый большой обитатель парка пушистых – бельгийский кролик Ваня, весит 9 килограмм. Он не прочь полакомиться угощениями, совсем не пугливый и охотно дает себя погладить. Также в картинной галерее представлена выставка акварели «Мурованное небо» художника и архитектора Кирилла Крещановича. Экспозиция посвящена исчезнувшим или исчезающим постройкам и зданиям Беларуси. Автор считает, что души умерших зданий уходят в небо, как и души людей, и там их облик хранится в архивах вечности. Выставка особо актуальна на волне общественной дискуссии о белорусских Нотр-Дамах, которые погибают в ожидании помощи. Работы отражают скорее эмоциональное отношение автора к памятникам, хотя все здания при сравнении с историческими документами можно опознать. Впервые серию «Мурованное небо» представили в декабре прошлого года в Минске. Из Гомеля она отправится в большое путешествие по Беларуси. В областном центре народного творчества открылась совместная выставка живописи гомельских художников, посвященная году Малой Родины. На полотнах авторы показали свое мастерство в изображении красот родной природы. Пейзажи и натюрморты пробуждают теплые воспоминания из детства, проведенного у бабушки в деревне. Картины Игоря Хайкова, Сергея Синякова, Геннадия Тарских, Анны Пугачевой и других отвлекают зрителей от городской суеты и вызывают особое настроение. Кстати, 1 июня в 11 часов Игорь Хайков проведет здесь бесплатный мастер-класс по акварели для всех желающих. Далее анонс культурных событий следующей недели. Эстрадно-симфонический оркестр имени Василевского представляет свой новый музыкальный проект под названием «Эстрадный микс». В этот раз главный дирижер оркестра Станислав Шныр выступит еще и в качестве ведущего. Композиции сопроводят кратким экскурсом в историю жанров, а также события мира эстрады, во время которых можно будет узнать, как появилась танго или что такое караоке. Слушатели, в свою очередь, также станут участниками шоу и смогут исполнить каверы на любимые песни. В областном общественно-культурном центре пройдет первый конкурс молодых дизайнеров Fashion Art 2019. Организаторы шоу – Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа». Помимо показа коллекции одежды от молодых дизайнеров, гостей также ждут интерактивные площадки, фотозоны, концертная программа и конкурсы. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».